В эти выходные микрорайон Кукисунчор отметит свой 89-й день рождения. Как и каждый год, на поле Умецкого развернется масштабное празднование. О том, какую программу подготовили организаторы и что интересного ждет всех гостей мероприятия, расскажем далее. Свой 89-й день рождения микрорайон отметит с размахом. Судите сами. Интерактивные площадки, мини-футбол, беговел, а также множество интересных развлечений на любой вкус. Трудно, конечно, назвать это уличным массовым гулянием, так как это, наверное, по-настоящему такой семейный праздник, имя которому этой семье Кукисунчор. Вот. Там мы традиционно чествуем лучших жителей, тружеников различных сфер микрорайона, которые делают его с каждым днем лучше. Вот. Поздравляем многодетные семьи. Будем надеяться, что погода будет хорошей, и мы проведем веселое время с маленькими его жителями, будем активно играть, танцевать, вот, и, конечно же, за это получить различные приятные призы. Помимо танцев и песен, любой желающий сможет попробовать себя в различных спортивных дисциплинах и даже узнать об истории микрорайона. Программа обширная, насыщенная, яркая. Мы ждем, что у нас будет шаманский тир. Это ребята будут стрелять из лука, поэтому приглашаем. Будет фотозона с хасками, будет фотосалон, в котором можно переодеваться и фотографироваться, конечно. И также историко-краеведческий музей подготовил экскурсии по городу, по микрорайону Кукисунчор. Экскурсия первая будет начинаться в 11 часов, вторая будет в 13. У них будет общий сбор на остановке Кировского рудника. Там будет ждать их сотрудник. Праздник в честь дня рождения Кукисунчора состоится 20 июля. Некоторые из площадок начнут свою работу уже в 11 часов. А в 13:00 всех жителей и гостей мероприятия приглашают на развлекательную программу с песнями и танцами от лучших творческих коллективов Кировско-Апатитского района. Приходите, будет весело.